Вижу, здание забаррикадировали и гараж тоже в придачу. Ну-ка, ну-ка, может там есть что в этом гараже? У меня ни отверток, ни отмычек нормальных нет. Это что? Что за звук? Тачка. Квадрик, квадрик. Иди сюда, родной. Это кипарь, походу. Есть. Есть же ж. Наконец-то. Сколько лет, сколько зим пытаясь себе колеса надыбать. Ушатанный, дымится. Походу, все-таки на респавне он этот квадрик поймал. Ну, извини, братан, мне нужнее. Погнали с ветерком. Проделал долгий путь к оружейному заводу. Нужно спрятать квадрик и дальше идти пешком до самого завода. Посмотрим, удастся ли мне тут хабарком разжиться. Не пойму пока, после рестарта зашел. Так-то лут должен быть. Опа! Тело, тело за колонной. Хромает. Так, готов. А какого хрена он хромал? Его подстрелил, что ли, кто-то? Спокойно, спокойно, спокойно. Одиночки здесь редко ходят. Нужно прислушаться, что к чему. Какого... Какого хера? Один выстрел, 20% хп. 20% хп осталось. Топот, 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 топот. Там как минимум двое. Позиция просто отвратительная. Там еще с берега все простреливается. Это, мать, реакция старика, блин. Мог его сейчас подстрелить. Хорошо, что этот тентованный ящик квадратный не простреливается. Сел, не двигается. Так, ну если будут перелазить, рашить точно удастся принять. Как же крипово, а. Начали, начали простреливать. Через левый. Через левый контейнер. Нахрен, я лучше тут. Есть второй минус. Есть. Фу, это было очень потно. Очень. Меньше 20% хп осталось. Так, патроны есть. Реально один выстрел мне оставался. Рано, рано, рано расслабляться, надо перевязываться. Может, у них еще один есть. Стоял, слушал. Никаких больше шумов нет посторонних. Надо разлутывать чуваков. Вот так, неплохо. Мосинка. АК-15, МП-5. Молодцы, парни. В общем-то, пацаны при луте. Это радует. Это очень радует. Главное по-быстрому сейчас все сделать и уносить отсюда ноги как можно скорей. Две отвертки желтых. Прям куш соро... Ты кто такой? Потому что у тех чуваков не было очков славы даже. Один чип только. А кто тут у нас? О, китайцы походу. Ну я не знаю, какие нормальные азиаты еще будут играть на европейских серверах. Подарок от меня. Вдруг еще кто-то будет заходить с этой стороны. Прикроем все это дело рюкзаком. Как можно быстрее уносим отсюда свое тело. Давай, давай. Погнали. Небольшой перевал сделал. Перекусил. Надо дальше выдвигаться. Сработала мина, видел человека одного. Возможно, мину просто подорвали.
Пришел человек сюда. Не знаю, шаги одного точно слышал. Не знаю, с какой стороны встречать, либо сверху, либо со стороны самого ангара. Через отверстия в стекле пройдут. И что сверху могут зайти вообще хреново. Разрываюсь, не могу. Как? Какого черта? Именно сейчас! Именно сейчас сюда прилетела эта хренова камера. И они по-любому сейчас слышали этого дрона и понимают, что здесь кто-то есть. Кобздец. Улетай нахер отсюда. Как минимум двое топало. Вышел один, просмотрел. Да попади же ты, чертов коллаж, блин. Второй. Так, их двое, блядь, задрали. Минус. Входит. Есть. В ногу ранил. Падла. Жжет-то как, а. Все, не слышу никого. Вроде двое было. Там со стороны холма могут прострелить. Надо позицию сменить, где-то внутри здания перевязаться. Болеутоляющие принял. Сейчас боль отпустит, отпустит. Ну, калаша разброс вообще охренеть, блин. Сколько я там раз в них попал. И видно, не слышно никого. Здесь можно перевязаться. Настало время смотреть, что у этих парней. Вот ржака, если те же опять пришли. Но это вряд ли. Левые уже. У прилути тоже. Так, по мелочи, по мелочи. Отлежался, восстановил ногу. Нужно быстрее валить отсюда. Зомбятину, походу, разбудил. 70 килограмм веса почти тащу, еще бы. Вот это мне не кстати, попробую в кусте сейчас отлежаться. Перный театр, да это 28 дней спустя какой-то, блин, они ни хрена не ходячие. Нельзя, нельзя, нельзя стрелять. Так, кипиш, я тут понял. Могут люди прийти на шум. Сейчас поодиночке попробую мертвяков перебить. Второй прибежал. Нет, 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 ну вас нахер, еще не хватало от зомбаков сейчас слиться. В углу зажмут и не спросят, как зовут даже. Проще их здесь закрыть. Гаденыша, походца. О, повезло, большую часть удалось закрыть. Недалеко до выхода осталось уже. Идите здесь. А мы валим. До ворот-то я добежал. Надо до квадрика еще дойти. Сейчас хабарок закопаем, можно будет немного передохнуть.